Анонс и точная дата выхода 8 и 9 серии нового сериала «Гром среди ясного неба». 8 и 9 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 11 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как симпатичная девушка Валентина, возвращаясь поздним вечером по безлюдной улице домой, подверглась нападению. Накинувшийся сзади преступник был сильным, поэтому шансов спастись практически не оставалось. Но на части жертвы поблизости оказался парень Алексей. Он пришел на помощь девушке, спас от ужасной участи, но в процессе драки не рассчитал свои силы и убил нападавшего мужчину-извращенца. Валентина, находясь в шоковом состоянии, скрывается с места происшествия, даже не поблагодарив защитившего ее парня и толком не рассмотрев его. Алексею предъявляют обвинение в убийстве. Происходит суд, и он оказывается на тюремных нарах. Отсидев положенный срок, герой возвращается к вольной жизни, но там его ждет много неприятных и шокирующих сюрпризов, в числе которых предательство и измена любимой девушки, а также обстоятельства, касающиеся его семьи. И жизнь опять сталкивает Алексея с Валентиной, из-за которых его судьба так нелепо и круто изменилась. Напомним, 8 и 9 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 11 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.